Аюшки, всем, я Квас, это Far Cry 5, и мы выживаем с вами в этот раз на Марсе. Я немножко тут закупился и наконец-таки приобрел себе еще один автоматик. Называется он Нервотреп. Это действительно автомат, он стреляет достаточно быстро, в отличие от своего снайперского собрата, который стреляет за редким исключением. Не могу сказать, что он просто офигительный, типа минигана, который выносит все и вся, но тем не менее, перепрыгивая с вот этих вот трех видов оружия, он очень даже бодро стреляет. И можно, в общем-то, немножко понагибать. Что мы сегодня сделаем? Сегодня мы с вами сделаем вот что. Мы будем сегодня убивать... Три раза сегодня сказал, прям как будто... Вообще. Ну ладно. Сегодня мы будем убивать королев. Королеву бабахнем. Царь обезьян! Это твой блудный сын! Умоляю, защити нас от королевы! Блин, не долетел. Начал, полные психи. Убейте королев. Отлично. Оккультизм и прочее дерьмо, магия секса, и не как у РХЧП, ближе к Алистру Крови. Ой. У них такое творилось, оргии и все такое, в теории это круто, но... Но знаешь, что точно не говорят, Ник? Запах. О, этот запах. Так. Давай-ка вот эту вот фигню расстреляем. Откуда она вообще выстрелила? Отлично. Что там, навернулась что ли? Ты дура. Да, судя по выстрелам... А, вон она, смотри. Тихо, тихо, брат. Да, это очень хорошо, что она далеко, с одной стороны. А с другой стороны, не очень. Иди сюда, давай, падла. Так, куда нам бы так бы перепрыгнуть, чтобы она нам не сломала ничего? Королева арахнидов. Царь обезьян, это твой блудный сын. Ну, смотрите, пол жизни мы снесли. Так, отлично. Оккультизм и прочее дерьмо, магия секса, и не как у РХЧП, ближе к Алистру Кроули. Где эта дура-то? У них такое творилось. Так. И все такое. В теории это круто, но... Но знаешь, о чем обычно не говорят, Ник? Запах. О, этот запах. Как видите, достаточно... Хорошая эта фигня. Блин. Куда ты? А, ну вот сейчас она вниз спустится. Воу-воу-воу, тихо, брат.
Так. Так, тут тоже плавуны. Болезненно, слушай-ка. Слышь ты, лохудра. Ну вот и минус. Королева арахнидов. Царь обезьян, это твой блудный сын. Умоляю, защити нас от королевы. Так. Полные психи. Да, я уже понял. Дезинфектор на максималках. Так, хорошо. Минус королева, да? Там у нас еще одно ядро. И королева. Так, хорошо. Пришло время для хитов белого лигра. Она использовала мое оружие. А, вот это. Обожаю их. Вспоминается тур возвращения монстров Куни и Рока. А, пусть они чпокаются между собой. Даже мешать не будем. Даже слишком. Они задували герыч друг другу в жопу перед концертами. Чтобы голос сохранить. А вот нахера барабанщик это делал. Ай, бля, мужик. Какую дичь ты несешь? Они были крутые, хоть эти бросили меня в кератском борделе с неоплаченным счетом. До свидули, ребята. Так, хорош. Впереди центр изучения арахнидов. Внимание! В центре множество пауков. Замечены огромные скопления арахнидов и гнезда. Крабы слегка недовольны твоими экспериментами, Рина. Надо уничтожить их гнезда! Королева где-то тут. Давай за дело! Так. Ой. Оу. Что происходит? Ай. Что, больше всех надо, что ли? Ай. Мне кажется, тут где-то птичка летает. Королева? Твою мать, их там три! С ума сошли? Сразу трех мы не потянем! Как же жутко, чел, хуже, чем по пьяни застегивать ширинку. Давай, чел, по очереди! Ясен хер, по очереди. Ты думаешь, что я сразу всех, что ли, валить буду? Воу.
Три королевы за раз, это, конечно, мощно. Смотри, невидимая, что ли? А, нет, она просто за бугром спряталась. На тебе, падла. Между собой. А я тут немного покемперю, ладно? Ой, не докинул. Так, мне надо какое-то место, где они меня трогать не будут. Оп-оп-оп. Ай! Да ёптель! Так. Бежим, 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 бежим. Так. Каким образом бы их так бы... О, вот сюда они точно не заберутся, а я отсюда могу немного покимперить. О, минус одна. Осталось еще две. Так, нормально. Как тебе такой? Блястер. Куда дура пошла? А это болезненно. Что-то я думал, что это просто как спецэффект какой-то. Так, хорошо.
Ай. Воу. Давай, подходи, дура. О. Божечки, да мы круты. Минус еще одна. Шаболда, давай иди сюда. Не понял прикола. Куда пошла, дура? Так, тут несколько записей, это хорошо. Будет что почитать на досуге. Еха. Если честно, я решил, что нам крышка. Сканеры сообщают, что живых королев осталось немного. Ты должен убить их всех. Ясен хрен. Поблизости королева арахнидов. Ну, приехали еще королева. Какая-то очень необычная обстановка. Это хреново, конечно. Ну, в принципе. Может попытаться. Синти-поп 80-х. Тоник. Тоник. Ой, в спинку попал. Да, снайпер из меня вообще, конечно, никакой. Поблизости королева арахнидов. Ну, приехали еще королева. Сменим пластинку. Синти-поп 80-х. Она сломала мое оружие! Падла! Тема, в общем-то. Но Аингарама это было круто. Честно. Солист играл на клавитаре и обожал узкие галстуки, типа клавиши. Вообще, это очень неплохой бонус для тех, кто любит музыку и знает немного историю. Секса инопланетян. Но судя по тому, как бесится королева, они немного ошиблись. Куда пошла, дура?
Так. Отлично. Так, 100 метров, кстати. Есть возможность еще одну запчатьку получить. Ой-ой-ки. Мы как будто за сокровищами охотимся. И одно из них где-то здесь, так что не зевай. Да, конечно. Кстати, крылья работают. Что странно. Так. Возможно, запчасть этого придурка там. Ну блин. Сколько здесь королев, чувак? Что-то многовато, так не бывает. О, это неудобно вообще. Но, ладно. Ну, серьезным проблемам серьезный ответ. Тяжелая артиллерия, босс. Брюс Эпштейн. О, хорошая музыка. Который большой босс. Нет, босс типа моего босса в южном береге. Он у тебя все равно не работает. Он подрабатывал менеджером, но его реальная страсть — писать саундтреки к фильмам про каратистов и софткорному порно. Смотрел Корева по кабельному в 3 утра, тот его музыку не забудет. В те времена ему не было равных. Видите, как-то она сама, походу, вылезает. Не обязательно что-либо уничтожать. Музыка всегда меня заводила. Хотелось вломить быкам или пойти работать на лыжный курорт к сисястым тёлкам. А, там две королевы. А я и думаю, она вроде одна фиолетовым стреляла. Блин, как же классно, когда классная музыка. Чувак. Куда побежала, дура? Минус одна. Еще вторая. Включай давай музыку, дурик. Что-то я по ней не попадаю, что ли? Так.
А, ну она там спрятана. Отлично. Еще две. Но я все-таки туда спущусь и узнаю, что это за хренотень такая, потому что мне это интересно. А, у тебя железные яйца, Ник. А, я понял. У меня такие были. Это переход на новую локацию. А я все боялся, что это за херня. Что-то какие-то лаги. Чувствуете баги? Ну как это, фризы что ли? При загрузке странно. Ну, сейчас посмотрим. Опа. Это мы в Far Cry 5, что ли, вернулись? Шокирующее открытие. Давай. Доберитесь до Ларри. Так, погоди. Как у нас открывается? Господи. Оу. Что-то такого оружия, честно говоря, не помню. Я дома у Ларри, и здесь летают камни, а в небе здоровенная антенна. Чушь какая-то. Да-да, чушь, я согласен. Ты кто нас запалил? О, люди! Эй, люди, ублюди! Ух ты, самонаводящийся. Вот это круто. Так, чутка повыше поднимемся. А что, он сам наводится, как ему лучше? А, да, мне нравится оружие. Так, хорошо. Это яйцехват, а вот этот... Он просто их... Просто в ебеня превращает. А я просто предполагаю, куда я стреляю. О. Почему эдемщики взрываются? Взрывные скидки. Они на антенне. Тебе придется лезть наверх. Послушай меня. Похоже, это дерьмо лезет из твоего подсознания. Это классная пушка. Символизирует твою дочь, а сектанты ее будущих поклонников. Значит, терминал это ее... Да. Я понял. Ты не подпустишь их к терминалу, по крайней мере, пока она не поступит в колледж. Да, ребята, вы просто божественны. Блин, я хочу этот пистолет в реальный Far Cry. В обычный, в смысле. Ой, неужели попал? Да. Ну что, погнали? Черти, вы где?
Ай! Выше не залезть! Должен быть способ деактивировать электрические поля! Может попробовать убить сектанта? Да ёпта, как ты? По мне попал-то. Еще одна падла осталась. Я понял. Ага. Похоже, сначала надо убрать ДМщиков с этих платформ. Жестко. Ой, ёпта! 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 Это было очень опасно. Воу. Чё-то мы не долетаем, мальца. Так, где это? Воу. Так как ты? Тихо. Главное не накернуться самому вообще отсюда. Это было вообще бы печалька. Да. Подлюка, да? Так, хорошо. Да сука! Заебали вы меня своими ракетами. Говно собачье, давай, вылезай оттуда. Блин, куда я тут все встреваю вообще? А вот и Йети. Сука. Это точно, лезь наверх. Это символ борьбы за звание достойного родителя. Падла просто. Просто падла. Не лечилок, ничего у нас, только вот. Такая вот ботяга. В смысле, откуда?
Ах ты, падла! Чтоб ты сдохла! Оп-оп-оп, тихо. Ну, вообще ничего страшного. Сейчас с разницей в один уровень будем их мочить. Потому что так они... Они все с ракетницами, падлы. Че спрятался-то? Тыры. Ну давай. Ракетчик тупый. Вопросы. Совсем охамели. Да уж. Надо посмотреть, кстати, есть ли в Марс атакуют... Это еще, бляха-муха, что такое? Они хотят уничтожить терминал! Внутри должен быть энергомодуль. Доберись до него. Еще? Чего? На рай, он сказал. В рай. Урай. Надо посмотреть, есть ли такой же яйцехваст. Яйцехваст. Яйцехват здесь. По-моему, есть. Но у него, по-моему, такой фишки нет. Хотя... Вообще прикольно, мне понравилось. И мы знаем, что делать. Выманим мамочку Омега. Сейчас я так и сделаю. На тебе, падла. Куда пошел? Да ёптель. О, попали. Нам вот эти... Да и нужны арахниды, нам нужны другие арахниды. Да ёптель. Мочи этих мелких крабов, они меня бесят. Эти крабы напоминают мне о выпускном бале. Вот это был полный улет. Ой-ой. Я забил официальную часть, завалился на диван к Джинни Луизи Трэмпли и смотрел Мэтлока. А потом как-то слово за слово. В общем, то, что я подцепил, было очень похоже на них. Мочи гнезда с яйцами. Они красные и мерцают. Стреляй по яйцам, чел. Помещение с терминала не закрыто. Угроза арахнидов. Да и ладно. Сейсмическая активность. Вот она! Тихо. Ой-ой.
А, это обычный пистолет у меня. А я что-то думал, что этот тоже лазерный. По ней хоть попадаю. Убивай космокрабов, чтобы ее выманить. Так и делаю, чувак. Кто-то тут по кому-то стреляет. О, видите, у него открылась спинка, и теперь... Я не могу так рано умереть! А ладно, чувак. А чтоб я не убила. А все остальное не так важно. Меня подбили, чувак, подбили! Нужна помощь! Только папашке не говори! Убивай космокрабов, чтобы я выманить! Знаете? Эти падлы. В принципе, она и сама выманивается, у нее просто кулдаун идет. Его можно сократить стрельбы по яйцам. Куда пошла? Дура. Так тебе будет легче по мне попасть. Так будет легче мне по тебе попасть. Я подбит. Мне конец. Этот песок. Он грубый. Да. Супер-чел. У старушки не было шансов. Так, королева убита. Соблюдайте меры предосторожности. Блин, похоже, тут точно будет наша королева. Ну, это прекрасно. О-о-о-о. Ой-ой. Ой-ой. Надо по какой-нибудь мести... А, вот оно чё. О-о-о. Да. Чё-то по кому-то там стреляешь, дурень. Сейсмическая активность. Королева рядом. Вот оно чё. Мы просто над ульем стоим. А вон и королева. Была, но не королева. Она сломала мое оружие! Да кто из них королева? Ну, вот она. Что у нее, не ёкает, что ли, в груди? Сука, блин, 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 королева!
Отличненько. В следующий раз мы с вами займемся захватом точек оставшихся. Там их осталось-то вообще ни о чем. И доставкой, доставкой энергомодулей из глюкосферы. Назовем ее так. Глюкосфера. Вот. На этом все. Не забывайте подписываться, оставлять комментарии, подписывайтесь на мой Дискорд и на мою группу ВК. На этом все. Пока.